Всем привет! Вы на канале Земной Татьяны. Если до сих пор не подписались, жмите кнопочку подписки, лайк, колокольчик, пишите комментарии, а также не забывайте, что все ссылочки на соцсети в группах ВКонтакте и в Телеграм будут в описании под видео. Сегодня мы будем проходить шифр «Кошмар. Вызов». Непростой шифр, смотрите до конца. Итак, сегодня будем проходить инст, который для меня сейчас является самым таким последним. Это кошмар конец. Он начинается с 95 уровня и до 110 уровня. Пока у меня только один пункт, то есть дальше будет два. Ну, чем больше ваш уровень, да, тем больше попыток будет. Ну, еще можно, кстати, попытки случайно выбить. Итак, значит, это у меня последний кошмар конец. Вызов обычного у меня, видите, уже нету. Возьму я второй, я не буду тут мучиться. Значит, этот, кстати, инст, сейчас я покажу. Шифр конец. Да, этот инст абсолютно такой же внешний, как вот шифр конец. Только здесь кошмар конец. Локация очень похожая, то есть там такие же поезда будут. В принципе, ничего сложного нет. Нет, точнее, ну, немножко есть. С последним боссом я, как бы, первый раз, когда столкнулась, я немножко не понимала. Так, все, я сохраняю. Итак, смотрите, это вот последний босс, он тут лежит, но нам не туда. Нам судный день портал, значит, надо. Когда он здесь лежит, что нам надо по кругаля обходить? Итак, значит, здесь у нас пробежечка. И вот эти шарики нас будут тормозить, поэтому здесь управляйте так, чтобы в эти шарики не попасть. Ну, даже если вы попадете, в принципе, не сильно вам снесет ХП. Я так думаю, вот, видите, оп, она немножко тормозит, но ничего страшного не происходит. То есть вот так главное пробежать. Можно и насквозь попробовать, вот, видите, ее немножко колбасит. Так, все, добежали до конца. Здесь, смотрите, как только активная рука появляется, мы обязательно вот это собираем. Собирать энергию смерти. Так, собрали. Тогда мы можем дальше двигаться. Так, двигаемся дальше. В портал. Все, мы здесь оказались. Здесь у нас будут ждать вот эти мобы. Чем они не хороши? Тем, что они будут вот выпускать вот такую ядовитую фигню. И если вы слабенький, то вас будет отнимать ХП. Так, а где босс-то? Эй, алле. А, вот еще бегут. Потом дальше будет тоже босс. Вот, кстати, источник чумы. Возьмем-ка мы скиллами немножко побьем, чтобы быстрее было. Нас немножко тоже мотает. Но, в принципе, ХП мне не сильно сносит. Источник чумы начал поглощать остатки трупов, чтобы укрепиться. Нет, все, не укрепиться. Так, значит, во-первых, собираем энергию чумы. И дальше открываем, не забываем сундук. Обязательно. В сундуке вот здесь для меня могут быть полезные статы, если я выбью как бы нормальный шмот. Ну, даже если не нормальные, то статы иногда бывают отличные. Так, бэшечка. Ну, давайте проверим. Так, для интереса напомню, что... так, атака земли синяя, нет, разбор. Здесь тоже синяя, разбор. Напомню, что в вызове две шмотки выпадают. Обычно выпадает только одна. Так, дальше... бежим, направляемся вот к этому порталу. Так, здесь какая фишка? Мы превращаемся в вот такого вот чудика. Я сначала тоже не понимала, думаю, летаю, чего надо делать? Вот, примерить Адамс. Кстати, есть такой Петкин. Сейчас покажу быстренько. Питомец. Адамс. Вот. Но это уже Адамс такой, знаете... прошаренный такой, прокачанный. Так, мы ждем вот этого чувака. И у нас есть пуха. Мы дальше продвинуться вот этой стенки не можем. Поэтому мы ждем, пока он к нам подбежит. Здесь, в принципе... ну, куда ты? Куда, дружок? Давай его. Шмаляй. Вот. То есть мы, в принципе, за три удара справились. Все, отлично. Превращаемся обратно. Теперь, где у нас... а, сундук. Я все время про этот сундук забываю. Я, кстати,
когда один раз сделала, этот сундук совсем забыла открыть. А вы не забывайте. Запоминайте, где находится. Так, посмотрим, что нам здесь выпадет. Оп, Ашечка. Ашечка, проверим статы Ашечки. Так, зеленая. Атака земли. Нет, у меня земля не нужна. Разбор. Здесь сине-зеленое тоже мне не интересно. Так, дальше. Где у нас портал-то? А, блин, сначала энергию опять же собрать. Не забывайте. Вот синенькая. Раз. Так, энергия чего у нас тут? Не вижу. Энергия урагана. Так, все. После этого нам откроется портал. Нам откроется портал? Эй, вот. Все, открылся портал. А, ныряем сюда. Так, вот здесь самое тоже противное. Вот это... Охотник теней. Так, сейчас я скиллы врублю. Во-первых, он немножко нас может в ступор вводить иногда. Но самое противное, почему его бить долго, начинают тоже вот эти всякие тени приходить. И он как бы от них питается, да, и типа хп с него не снимается. Поэтому мы бьем и вот этих приспешников, ну, то есть прислужников, да, жертвуют, видите, вернуть хп. Но как бы хп выше вот которого есть, вряд ли поднимется. Поэтому они как пропадают, видите, сразу хп начинают уходить. Опять появляются, опять там тормозится. Ну, он, в принципе, слабенький даже для меня. То есть, видите, хп у меня у самой не сильно отнимается. Поэтому просто вот ждем, пока, как бы, пока он соизволит, в общем-то, сдохнуть. Ну, что, подождем. Пошла. Я скилл применю. Давай. Все. О, слава богу. Отлично. Собираем какую энергию? Энергию тени собираем. Блин, скиллы бы у меня откатились еще. Так, и сундук не забываем. Сейчас посмотрим, что там находится. Можно мне что-нибудь эсочку, например, или эсэсочку какую-нибудь? Пожалуйста. Я не буду против. О, Б. Ну, Б опять же, зеленая, мне интересно. Сейчас посмотрим, что тут синяя, тоже неинтересно, разбор. Мы все это, мы в телепорт ныряем. И вот самый главный босс. Так, скиллы, откатились. Значит, какая здесь фишка? Здесь появляются камни. Ну, давай, скилл. Камни, которые отнимают хп у вас. То есть там падают, но будет предупреждение. Лучше отбегать. Ой, мать моя женщина побежала. Я не туда побежала, ну ладно. Сейчас я это, главное выключить бой. Я сейчас по кругу пробегусь. Главное, чтобы меня не задело. Так. Дын-дын-дын-дын-дын. Вот, отлично. Вторые камни, которые появляются там, вам говорят, что типа зеленые камни. Они, если вы рядом с ними, то они, наоборот, вам хп будут не то что поднимать. Ну да, поднимать, в принципе. Сейчас мне главное хпшечку восстановить. Локация, конечно, не вечная. Там есть экран. Вот, кстати, экран, куда вы не можете уже бежать. И не во всех точках хп восстанавливается. Я в основном так вот бегу по краю, чтобы восстановить хпшечку себе. Вот где-нибудь здесь в уголке стою. Хп у меня восстанавливается. Бой убираем, чтобы она сама не бежала. Так, сейчас восстановится. Ой, как этого босса терпеть не могу. Ну, в каждом инсте есть какая-то фишка, которая тебе и нравится. Так, ну что, можно попробовать еще скиллы. И как раз скиллы должны откатиться. Вот, видите, вот этот камень, который, блин, вам на голову падает. Сейчас попробуем добить его. Будем просто аккуратно следить за хп. Что-то я дохнуть как-то не хочу. Так, ну, окей, понеслась. Ну и что мы стоим? Давай. Бей, находясь с зеленым... А, вот, с фиолетом вызывает, будет терять. А с зеленым будет восстанавливаться. Так, ну-ка посмотрим. Так, 10... Ой, 10. Так, а где у меня зеленый кристалл? Я под ним стою, мне даже нифига не видно. Вон там зеленый кристалл. Во-во-во-во, там вот стоит. Я пока норм. Так, пока мы ему ничего не наносим. Так.
И когда же вот эта табличка? А, вот оборот смерти. Одна минута. Сейчас вот как раз хпшечка у меня отнялась. Мать моя женщина. Беги, 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 беги. Эй, не ходи ко мне, не ходи. Так. Оп, оп, оп. Ты ко мне не ходишь? До меня не дойдет волна эта. Какая там будет фишка? Он не будет дохнуть. Надо найти рядом с ним. У вас будет... Вот, все, можно идти. У вас будет как бы защита, то есть вас не убьют, как бы он там ни старался. Так. Но вам надо найти активную... Ой, ё-моё, упала я немножечко. Активную руку, где активируете портал в другое измерение. Я первый раз стояла, я не понимала. Вот так. Хела вызывает крупную песчаную бурю. Вот, все, сильного, видите? Чтобы вступить в битву, один из учеников, короче, должен быть сильный ученик. Если вы, конечно, вдвоем. Так, пока мы вырубаем. Теперь вот как раз надо тут побегать вокруг. Где активная рука? Бегала на 33 дня и 3 ночи. Вот. Наконец-то я нашла руку. Короче, не надо бегать, можно просто на это, выбрать игрока. Так, активируемся. Видите, мы находимся чисто вот в такой локации. И дальше мы его просто добиваем. Ну там по истории... А, все, мы добили его. А, это еще пылающий, как этот. Все, отлично. Кубик нажимаем. И с инста выходим. Всем огромное спасибо за внимание. С вас лайк и подписка. С меня интересный контент. А я на этом с вами прощаюсь. Всех люблю, целую, обнимаю, обожаю. И всем пока-пока. Муа.